Процесс загрузки вальцов, да? Идет же съемка, идет. Что так отсвечивает? Значит, овалы, полуовалы. Да ё-моё, что такое свет? Как-то все бликует. А, так надо. Не-не-не, все. Нормально. Вот теперь видно. Четко. Так, задай значение параметров. Выбираем. 150. Перейти к составлению. Параметры можно менять. Допустим, прижим вала составить 100, можно условно. То есть все параметры взаимозаменяемые. Главное меню станок готов к работе. Рабочий экран, автоматический режим. Все. Все закончено. Машина шовной сваркой. Газ. Охладитель. Сам аппарат. Проверка газа. Одна подача. Подача нижняя газа. Вот сюда идет. Снимали. Газ идет. Настроен. Установка заготовка. Дальше центруем. Специальные прорези для центровки. Прижали одну сторону, поджали, прижали. Убрали центровочные, нижние опустили, прижали. Опускается в ручном режиме. У нас идет проверка, настройка высоты и по горизонту. Все, это ручной режим. Когда настроились, в автоматическом режиме продолжается сварка палки. Начинался? Съемка. Значит, здесь идет скорость перемещения сопла. Ручной режим вверх-ап, старт, форвард, реверс, это вперед-назад.
ручная сварка, а это переключение между ручными этими. У нас настроено сейчас снизу полностью сопло, высота и центр. Запускаем процесс автоматически. Заготовка короткая, датчик стоит дальше, отключаем в ручном режиме. Все, поднимаем зажимы, отводим в сторону и смотрим, что получилось по факту. Сварной шов.